В России выдвинуто предложение о необходимости введения дополнительной ежегодной выплаты для семей с детьми. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка по Республике Татарстан Ирина Волынец. Она считает, что многодетные семьи должны ежегодно получать денежную помощь от государства в размере 100 тысяч рублей. Это пособие семьи должны получать до тех пор, пока младший ребенок не станет совершеннолетним или не закончит образовательное учреждение, в том числе вуз. Волынец считает, что рассмотрение такой инициативы очень важно для поддержки многодетных семей, особенно сейчас, когда статус многодетной семьи не закреплен на федеральном уровне, а потому критерии отнесения семьи к многодетной, а также меры по поддержке сильно разнятся в зависимости от региона. Такое пособие, по мнению автора инициативы, будет способствовать и поддержке многодетных семей и повышению рождаемости. Напомним, что ранее заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что труд родителей должен быть оплачиваемым. Как подчеркнула Пушкина, необходимо создать все условия для воспитания детей одинокими родителями, в том числе, оплачивая их родительский труд. Она отметила наличие пробелов в законодательстве, в Трудовом кодексе отсутствует понятие одинокого родителя вообще или, например, одинокого отца, в частности, есть упоминание одинокой матери, но скорее из-за распространенности явления. В то время как совершенно не важно, кем именно из родителей воспитывается ребенок, важно то, что в силу определенных причин воспитания осуществляет один родителей. Для них, как правило, существует ряд федеральных и региональных льгот, однако, как считает депутат, этого недостаточно.